Легковой автомобиль протаранил автозаправку на проспекте Акушинского. Машина повредила газовую колонку. В результате пострадали два человека, одного из них госпитализировали. Предположительно, водителю за рулем стало плохо. После аварии произошла утечка газа. Для безопасности жителей города движение по проспекту в сторону выезда из города было на время перекрыто. Кроме того, сотрудники заправки сработали оперативно. Они отключили электричество и перекрыли подачу топлива.